День государственной символики отметили в городе Гагры. В честь этого администрация Гагарского района был организован праздничный концерт. Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственной символики, прошли во всех районах и городах Абхазии. Концерт был организован и в городе Гагра на площади у гостиницы «Абхазия». Перед его началом собравшимся горожанам, гостям была рассказана история принятия государственной символики современного абхазского государства и ее значения. В концерте приняли участие молодые эстрадные певцы Абхазии. В ходе концерта благотворительным фондом «Ашана» разыгрывалась лотерея. Вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. Праздничный концерт подарил всем зрителям отличное настроение. Он был завершен красочным фейерверком. Принятие государственного герба и флага стало одним из важнейших этапов национально-освободительного движения абхазского народа. 23 июля 1992 года в городе Сухум состоялась сессия Верховного Совета Абхазии, на которой было принято постановление о прекращении действия Конституции Абхазской ССР 1978 года и переходе к Конституции ССР Абхазии 1925 года, согласно которой Абхазия является суверенным независимым государством. Отдельным указом была рассмотрена и утверждена государственная символика республики, автором которой является художник Валерий Гамгия. Спустя 20 дней в Абхазии началась Отечественная война. Преклонив колено перед нашим флагом и приложив к нему уста, бойцы шли в бой в этой ожесточенной войне против грузинских агрессоров и освобождали нашу страну. 3 июля 2005 года указом президента Республики Абхазия Сергея Багапш 23 июля был официально объявлен Днем государственного флага. Этот день, несомненно, является одним из важнейших дат в новейшей истории Абхазии.